Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И сегодня мы с тобой продолжаем играть в Donut Punks. Да, ребята, что-то а-ля Brawl Stars. Вот, ну, меню так точно похоже, но на самом деле тут немного по-другому PvP. Обязательно ставьте лайкосики, залетайте в Telegram, это очень важно. И, конечно, ребят, переходите по ссылке. Ссылка на игрушку в описании. Короче, сегодня мы поглядим на новенькие режимы. Кстати, смотри, а у меня один не открыт, а что это? Хардкор? Одиночный режим. Побеждает игрок, который к концу раунда соберет больше всех пончиков, чтобы не потерять... Интересно, интересно. Так, ну мы посмотрим флагохват и ламаленд. Я даже, наверное, ламаленд первым посмотрю. И откроем, наверное, какого-нибудь нового панка, может? Ну-ка, давай попробуем. У нас просто вот тут вообще просто дофига всего. Ребята. Все, let's go. Отлично. Коины, пончики, еще пончики. Вот это сюда. Так, если что, прокачаем, ребята. Блин, я все жду, вот реально, как будто раз и лего выпадет. Вот у меня вот осталось вот это вот. Ну-ка, ребят. А там, кстати, нет, там на самом деле у рюкзачков написан шанс на панка нового. Как бы... Сейчас мы, если что, еще купим. Не переживай. Я думаю, кого-нибудь новенького-то получим 100%. А может нам сначала пооткрывать, знаешь что? Погоди. А, все, это уже все, кстати, ребят. Карточки прокачки. Ага. Кого мы можем с тобой... Давай Пейни. Вот я за нее. Теперь ты можешь прокачать своих панков. Угу. Так, пончики, пончики, пончики. Но тут еще у нас есть магазин. Магазин, ребят, также добавляйте в друзья. Вот, если что, код игрока вы видите на экранах. На просеке, все дела там. Магазинчик. Сейчас, секунду, секунду. Я хочу прям потратить, ребят, да. Панк 0,9%. Let's go. Делаем, делаем, дружище. Давай, вперед. Ну, блин, я очень хочу, ну, пожалуйста. Ну, тут, кстати, можно Рокси сразу купить, по идее, да? А, это скин. Вот тут скины, ребята, вот два панка, если что. Рокси. Ого. Так, ну, давай еще. Ну, намного приятнее, ребят, намного приятнее, конечно же, выбить с рюкзака. 2023. Прикинь. Ну, что, пробуем еще раз? Ну, тут нам так и так не хватит, поэтому мне пофиг. Я открываю еще один. Я открываю еще один, ребята. Новая атака Фризи. Ледопых. Опачки, ребята, погодите. А тут же еще, прикинь, тут же у нас еще и при том... Ну-ка, ну-ка, погоди, погоди. Это мне, это, кстати, интересно. Мы, понятное дело, ребята, сейчас за кого-нибудь другого пойдем. Давай Пейни, давай Пейни. То есть, смотри, клеевой пистолет. Атака наносит урон из зомби и замедляет их. Одиночные снаряды с средним уроном. Дальше. Воронка, пощечина. То есть тут можно еще и выбирать. Офигеть. Так, ну давай. Восстановление. Так. А, вот, ищи в рюкзака. Блин. То есть ее надо было сначала прокачать, а потом это делать. Окей. Окей, берем ее. Ламаленд, ребята. Так, все, не буду вас мучить, ребята. Let's go. Кстати, насчет миссии. Что у нас? Героические проходятся. Челлендж. Тут, видишь, закинь 3000 пончиков. Вот, что мы еще можем сделать. Давай, ладно. Все, ребят, я готов. А также чемпионат. Ух, нифига себе, ребята. Уникальная награда лиги. Панк. Место первое, четвертое. До окончания 3 часа, ребята. А Солис-то, смотри. Смотри, это наш братишка, кстати. Он с нами и... Так, я готов. Я готов, чуваки. Let's go. Let's go. Посмотрим сейчас, что будет. Ну-ка, что это за режим такой интересный? Мне кажется, ну... Прикольно было бы, если бы они все-таки добавили вот PvP-режим, какой мы видели с тобой в Brawl Stars. Вот. Знаешь, такой стандартный. Это прикольно, что тут по-новому, то, что подлянки можно. Приведи двух вам!
Чё за... Чё это такое нафиг? Что за пальцы? Обездвижен. Ну, мне пофиг, в принципе. Ух, нифига себе, погоди! Это вообще имба! Челы! Вы что творите там? Так, а я даже не знаю, пончики нужно ли тут собирать? Похоже, вообще не нужно. Усыплен. Братик, ты где? Помогай нам! А, им урон идет, погоди, это... Это можно сказать реально как ПВП! Да вы чё, блин, вы куда? Давай быстрее, быстрее, быстрее! Кидай, кидай ульту! Кидай ульту! Да фига их фигачит, ребята! Лама у врагов. Это плохо. Это печально, если честно. Соулис, ну-ка попробуй. Офигеть, их можно реально хреначить. Вот за этого персонажа можно. Ребята. Ренат, ну-ка let's go, брат. Чем Ренат занимается? Где Ренат вообще? Где, блин, Ренат? Где Ренат? Так, одного, минус одного. Так, Ренат тут на месте, отлично, отлично. Брат, надо ее тащить к нам. Туда, туда иди. Отлично, подляночка сработала. Давай, 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 давай. Туда, 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 моя родная. Хорош! Делаем, делаем, ребята! Делаем! Наконец-то! Давай, 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 моя родная! Давай, 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 давай! Ламу надо, 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 ламу! Давай, let's go! Это жесть, слушай, я вообще не ожидал такого! Они пытаются нас, капец, смотри, как... Нет, все, Соулис, все, 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 братик, все. Лама наша, найс! И вот так вот Соулиса добиваем. Слушай, это имба, это реально имба, ребят. Я не знаю, зачем пончики. Лама вылупилась. И вот сейчас нам надо аккуратно, ребята. Встречаем ее там. Ничья! Ну, победила дружба, скажем так, ребята. Блин, это очень клевый режим. А еще больше всего мне понравилось, что у Пенни такая способность. То есть она не то, что зомби там, да? Она именно может челиков. Ты победитель, спасибо. Ну, типа победитель. Типа. Слушай, давай. Да куда ты, блин? Куда ты, блин? Сюда давай. Где добавлять друзья? Брат, сейчас, секунду. Вот, друзья, и вот код игрока. И вот мой код игрока, ребят, если что там будет, я там в описании добавлю, кстати, ребята, если что. Вот. А еще вот тут есть, кстати, обменяться брокоинами. О, видишь, и у нас что-то рюкзак. Рюкзак. Нажимаем на эту штучечку, и бац, у нас рюкзачок будет. Ну что, готовы, ребята? Давайте вперед дальше. Сейчас поглядим, что там у нас будет. Слушай, мне понравилось. У нее типа тату-машинка. Прикинь, она вот этим вот сражается. Так, короче, двух лам надо привести. Все вроде бы изи. Let's go. Ай-я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 й! Вы что творите? Челики, вы что творите? Ренатик! Ну это обездвижен. А ты, братишка, вот чуть-чуть урона-то получишь. Хэдшот! Так, брат, делаем. Делаем добро. Ренат, ведем, ведем ее. Ведем, 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 ведем. Офигеть, мы просто их выносим, ребят! Ха-ха-ха!
Мама, за мной! За мной, моя маленькая, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. За мной, да-да-да-да-да-да-да-да. Ай-я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 й! Ренатик! Не успел, не успел. Ребят, проблема в том, что не успел. Но они уже все, они уже ее привели. Вот тут надо реально. Нам знаешь, что делать? Как бы и усыплять. Это что нафиг за... Чел такой-то. Давай-давай-давай, Ренат, let's go. Слушай, изично оказывается. Стараются там, стараются, смотри как. Все, найс. Ну и чё? Ну, ведись! Да в смысле, блин? Тут может и пукан, кстати, реально поджечь, между прочим, ребята. Опять. Да блин, не можем мы. Мы не можем выиграть. Хорош. Слушай, ну это прикольно. Это прикольно показать. Ну, а где запрос? Ля, принимаем. Принимаем, дружище. Ой, блин, капец. Давай флагохват. Слушай, какой прикольный персонаж прям. Слушай, пукан реально поджигается, вот правда. Пукан поджигается, чуваки. Слушай, вроде как... Ой, я вам... Ребята, вы понимаете, в Brawl Stars чё там только не было. Вы же сами помните, родные. Там я капец ругался, я помню. Когда за Булу, я помню, ещё прокачивал. Да блин, вовремя, ребята. Ну что же, ребят, это, если что, уже следующий режим. Удержи флаг. Так, найди флаг. Найди флаг. Ладно, давай найдем. Ренатик! Братан, ты не за меня, что ли? Погоди! Я думал, мой родной. Тут каждый сам за себя, прикинь. Подляночка есть. А как мне... И как мне флаг-то взять, эй? Это флаг, блин. О, погоди, а я на первом месте, кстати, самое удивительное, ребят. Хедшот, нифига себе. Буст к очкам? А чё, почему я первый вообще? Ребятки! Да блин, куда ж я кидаю это? Так. Так, вижу флаг. Флаг у нас где-то там. Дорогой Соулис. Как бы тебя... Бля, его пытаются что-то с ним сделать, но ничего не получается. Ты понимаешь, только я, по-моему, могу их вот именно что это. Вот так вот сделать. Все, теперь я с флагом. Изи. Изи, ребята. Короче, за этого перса просто капец все можно делать. А, ну вот видишь, в чем прикол. Тут, короче, челики такие, они очень жесткие. Вот в чем прикол. Изи, изич. Изич. За такого персонажа это просто капец изично, ребята. Вот. Но был бы тут ПВП, конечно. Я понимаю, ребята. Да, был бы ПВП. Как бы можно было бы стрелять, да, там, по противникам. А тут видишь, как, ну, типа только зомби могут подляночку сделать по факту. Тут, да, есть беда. Но вот за этого персонажа, ребята...
Боже, это просто имба. Коины. Так, найс. Ребята, отлично, отлично. Давай посмотрим, что будет. Но это, наверное, последний раз флагохват. То есть, вот сейчас, наверное, будет сложновато. Так, ну что же. Давай попробуем найти флаг. Шокер теперь с флагом. Так, усыплен. А что у нас вообще за ульта такая, интересно? Лайки? А, это типа поддержка или что? А вот теперь реально тяжело. Без той способности, ребят, в розыске. Опа. Дорогой дружок, погоди. Лайки, лайки! Блин, еще не накопились. А как это отнять-то у шокера? Ты понимаешь, вот в чем суть? У шокера можно отнять только одним способом, что зомби сейчас будут его вот так вот фигарить. Да, ребят. Но проблема дальше то, что опять же... Да блин! У меня ноль. Ребят, вот сейчас сложно. Вот сейчас сложно, правда. Я только на себя агрю. Я только на себя агрю, ребят. Так не надо делать. Жесть. Так, чел. У нее магнит какой-то, да? Ну-ка попробуем, ребята. А куда ты магнит? Это я, ребят. Если что, это я. Это я плохо применил. Усыплен. Я не могу забрать у вас флаг. Я не могу за гламурную девочку забрать у вас что-то. Эй, ребята, по-братски отдайте мне флаг. У меня ноль. У меня ноль. Ну-ка. Ну вот я применил, ребята. А, короче, я понял. Ну, магнит, он, получается, магнитит зомбаков. Ля, шокера. Поздравляю, Ля, ты погляди, как она злится, какая злючка. Ты посмотри, какая злючка. Смотри, что творит. Жесть-то какая. Так, флагохвата мне хватило, ребят. Так, попробуем охоту за пончиками. Да, давай, наверное, все-таки вот этот режим. И Пейн, ребята, слушай, это прям мой любимый стал персонаж. Я ничего не... Ну все, хватит. Я уже столько тут... Столько прям много, но... Это стоит того. Вот укол совести, мой колючий друг, призывает колючего зомби, который идет в указанное место. Ого! Нифига себе. Ну, ребята, готовьтесь. Сейчас, погодите. Нет, пока не готовьтесь. Сейчас, секунду. Так, прокачку. Пенни прям вообще идеально. Let's go, ребята. Сейчас поглядим, что будет. Лама Лэнд самый имбовый режим. Ну, согласен. Ну, сейчас. Давай хоть один раз сейчас сыграем. Да, это прикольно, согласен. Но почему-то в Лама Лэнд у меня пукан прям взрывается, реально. Так, тут каждый сам за себя, ребят, если что. Поэтому... Да куда? Это эмулятор, ребят. Это, если что, эмулятор. Из-за этого такая фигня. Вот. Смотри, что делают, да? Смотри, что творят говнюки, а. Шокер, да подходи к шипам. Это имбово.
Да тут проблема, тут именно надо в команде работать. Понимаешь? Вот в команде работаешь, это вообще имба. То есть усыпляешь, например, да? Или в сетку. Все, это идеально, ребят. Это просто идеально. Короче, каждый персонаж прям это. Давай, 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 Ренатика! Ренатика! Ну видишь, не хватило, не хватило. Так, собери 100 пончиков. Шокер уже собрал сотку! А я хрен знает, куда шипы-то, блин. Вот надо, вот на бочонок. На бочонок вообще самое идеальное было бы. Короче, каждый персонаж вот именно к разному подходит. И это прикольно, ребята. Шипы мало урона наносят. Так. Господи, она вся в чернилах. Блин, ну вот эта вот графика, вот стиль очень прикольный. Так, ребята, ну хорошо, мои родные. Хорошо, мои родные, окей. Опа, тяжелый пузырятор. Долго восстанавливается. Ну, мы поглядим с тобой. Давай посмотрим. Слушай. Так, а также тут можно, если что... Так, ну мы прокачаем. Выбрать. Хотя мы, кстати, урон даже прокачали у нашей, да? Показать. Ты. Но это, а это стандартные ники. Поэтому так. Погоди, а как у него, интересно, скин сменить? Вот. Недоступен. А что тут? А, так, это на дне. Вот скин. Есть такой. Скин. Стиральная машина. Ого. Чего, блин? Нифига себе, удильщик. Ладно. Ладно, ребята, ну что, готовы? Погнали. Все. Все акулы, кроме шокера. Так, у меня какая-то очень крутая атака, но она типа подольше будет восстанавливаться, но... Сейчас поглядим. Слушай, шарк охренительный, просто охренительный, ребят. Жесть, это такая имба, ребята. Это вообще имба имбище. Я вам серьезно говорю. Офигеть, он просто всех разносит. Так, родной Соулис, погоди, мой дорогой. Так, хорошо. Да, ну когда все акулы, тут уже немножечко. Хотя шокер, погоди! Он больше всех набирает, хоть он не акула, прикинь. Так, на мини-карту тоже смотрим, ребята, обязательно. Так, 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 дорогая дама, сюда, тетя Мотя. Ко мне, тетя Мотя. Так, шокер уже собрал соточку, охренеть. Чё-то челы очень сильно... Отлично начали играть, ребята. Но это потому, что я не бегу к бочке. Ну, сейчас мы еще раз попробуем, ребята. Так сказать, переигровочка маленькая будет. Обещаю. Блин, это круто. Это захватывает на самом деле, ребят. Не, правда, это захватывает. Шокер в итоге, кстати, последний стал. Заметь. Давайте еще разочек, и потом в ламу сходим.
Блин, мне прям понравилось. Ну что же, let's go. Ребята, let's get it. Так, ля-ля-ля. Это что за фигня? Это что, бродяга? Ты за пупера играешь, охренеть. Брат. Так, короче, самое важное, пончики донести именно вот до этой корзинки. Ребят, понимаете, в чем прикол? Ля, что творит пупер? Супер-мега-дупер. Так. О, мне сюда. Мне сюда, ребята. 23 пончика. Let's go на базу. Собираем, ребята. Отлично. Главное не проиграть. Если мы проигрываем, ребят, тут такая тема, что мы... блин! Слушай, мы попались, кроме бродяги, все попались. Боже мой. Да блин, отпустите меня, сетиловые, фиговые. Да блин, что за фигня? Ой, блин, господи, бродяга пользуется. Пока мы тут фигней занимаемся, бродяга пользуется этим. Прошу прощения. Сейчас подболел немного. Че, удержим лидерство, да? Родной. Все, хорош. Ладно, это было забавно, конечно. Прикольная игра. А теперь... Лама Лэнд. А теперь Лама Лэнд за Пейни. Ребята, ой-ой-ой. Ребята, держитесь, сразу говорю. Кто не в моей тиме... Хотя, кстати, не, на самом деле... В моей тиме... Ребят, вы понимаете, да? Все равно 1-1. Мы никогда не выигрывали и никогда не проигрывали. Так что давайте... Давайте проиграем! Давайте... О, с бродихой, отлично, найс. Братик, я не туда побежал, она посередочке. Родной. Let's get it, делаем. Ну, лама! Давай, родная! Так, вниз. А куда ж Ренатик ее ведет? А, не надо, Ренатик, не надо ее вести. Где бродига? Так, бродига на месте. Давай, нам вниз, братик, нам вниз надо! Да блин, да почему они всегда нашу ламу? Всегда нашу ламу, блин, уводят! Вы мыши вонючие! Не трогайте нашу ламу! Они всегда первый раз... Все, бродяга, уходим. Да понятно, делай их. Отходим, брат. Вы что, мыши, что ли, вонючие? Вы что? Да блин, ну-ка, почему она кидает туда? Ну, я не понимаю. Ну, все печально. Ребят, все печально, если честно. Ну, давай! Давай, Броди, давай, фигач! Давай, вниз! Брат, ты должен ко мне подойти! Ко мне подходи! Давай, вниз! Давай, братан, да почему мы всегда... Ничья, ребята! Так, подляночка. Отлично, мистер геймер. Они уже ламу пытаются нашу зафигачить.
Так, лама вылупилась. Давай, бродяга, давай, вперед, 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 вперед. Опять ничья, да? Опять ничья, ребят, опять ничья! Опять. Так, ну что же, я все хочу добиться, чтобы мы выиграли. Чтобы мы выиграли, ребята. Ну-ка, давайте в бой. Ну-ка, давайте. Давайте, давайте, чуваки. Я готов, давайте, let's go. Чё делают, а, блин, смотри. Давай, Ренат, нажимай, 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 родной. Пора, пора. Так, вырежем, естественно. Ребят, обязательно ставьте лайкосик, залетайте в Телеграм, обязательно переходите по ссылочке, очень-очень важно, все дела. Вот. На этом все, бай-бай, дорогие братишки.